Привет, друзья, вы на канале GameKate. И сегодня мы будем проходить, как сказать, проходить, скорее реагировать, делать обзор на новую версию Armed из Арбокса. Это, если что, мод по Инкредибоксу. Она четвертая. Кстати, почему-то вот тут убрали Invasion. Там был такой мод на будущее, типа предыстория дистопии, то есть что перед дистопией было, перед восьмой оригинальной версией. Но почему-то его убрали, мне говорят, что тут ошибка. Вот. И тут, кстати, появились новые приписки. Вот под Invasion приписка «Эпизод неизвестности». Там три вопросика. Под Airline «Эпизод встречи». Огури – это эпизод того, как... Ну, в общем, вот этот главный челик из Airline узнал, и Armed – это эпизод истории. Мы тут уже видим... Я не знаю, как вот этот главный персонаж, который вот посередине его зовут, но он в Airline, он спас главного героя, и он, чтобы он не разбился. Ну, в общем, посмотрим все звуки. Сначала биты. Опа, сразу очень интересно. Это не, я думаю, это просто будет кик, но это другой звук. Это такие пощелкивания, и он еще такие ритмичные звуки издает. У него еще интересный дизайн, вот эта шапка, посмотрите, у него светится в ней. Не знаю, что это, кристалл, аметист, может быть. Так, теперь тут, ой, блин, мне что-то залагало, все, отлагало. Второй. Нифига, у него глаза прикольные. Ну, звук у него нормальный, но мне его дизайн нравится. Это типа прям такой супер фараон, египтянин. Я не знаю, как его можно назвать. Он, в общем, такой типа пафосный, короче. Так, ладно, наслушались. Далее идет какое-то ведро. О, что это? Что это? Это что? Это... Звук крутой, конечно, но что это за монстр, блин? Это мне в кошмарах будет сниться. Так, стой, замолкни. Я просто хочу посмотреть на твой дизайн. Это типа кошка, полукошка, получеловек. Но меня смущает, почему у него изо рта торчит огромный барабан, похожий на телескоп. Капец. Блин, RB Series, он все больше и больше удивляет своим интересным дизайном. Так, тут вот, смотрите, я вижу бубенчик, это, скорее всего, будет тоже с котами связано. Что? Что это такое, блин? Я реально не знаю, как это описать. Я реально думаю, это с котами будет связано. Тут первые три были связаны с Древним Египтом, и тут вот это. Что это за херня, блин? Не знаю, это какой-то робот. Которого отломанная челюсть, но звук у него крутой. И дальше, я не знаю, это баран, коза, альпака, кто это? Ну, сейчас посмотрим. Но под конец было прикольно, так типа... Но что это тоже такое? Это, не, понимаете, как-то башка козы или чего? И тут из нее торчит шип. Я сначала подумал, что это оса, но, блин, но звук крутой у него однозначно. Так, давайте все звуки проверим теперь вместе. Все биты, точнее. Так, нормально, база. Это база. О, звучит хорошо прям. Кайф. Хорошо, хорошо, прям хорошо. Фу-фу. Прям неплохо. Прям реально неплохо, очень неплохо. Это даже не неплохо, это хорошо. Прям вообще, это отлично. Куда? Пу-пу-пу-пу. Ну, круто, блин, у меня, извиняюсь за лаги, честно, я не знаю, как пофиксить этими. У меня, наверное, память засорена, ну ладно уж, плюс потерпеть что-то.
Я вот пытаюсь предсказать, но скорее я не знаю, кто это по очкам будет. Возможно, это главный герой, потому что у него такие же очки. Но я предполагаю, что это может быть Бас. Да, это Бас. И это главный герой! Что он забыл в таких древних временах? Блин, у него настолько бас странный, что у меня аж в ушах, как будто их кто-то чешет изнутри. Прям такой звук электричества. Еще у него, видно, глаз поврежденный после той битвы с роботом. О, вот это эхо, я его обожаю. Так, теперь, ну, давайте предположим, это похоже на самовар или на ракету. Но это скорее ваза какая-то. Фух. Да, он вазе. О, что ты делаешь? Не, ну дизайн у него интересный, но я не могу понять. И звук тоже, типа, буль-буль-буль. Но зачем там ключ, который издает звуки, такие, типа, тш-тш-тш. Я не знаю, как объяснить. Дальше, короче, это у нас душа, разделена на две части, на черную и эту. Но это скорее просто теневка такая. Чтобы вы знали, я сейчас молчал не потому, что у меня выключился микрофон. Просто я был в глубочайшем афиге. Я открыл рот и смотрел. Что это за херня? О, боже. Я думал, что мне третий бит кошмара будет сниться. Но это же мило по сравнению с вот этим. Почему она улыбается? Почему у него разрезанный рот? И почему она хрустит костями и даже не моргает? Фу, блин. О, боже. Меня тошнит из-за этой херни. Так, ладно. Дальше, это... Что это? Это, не знаю, может, кусок маски, но это скорее шлем. Я не знаю, может, Арби хочет, чтобы нам снились кошмары, но... Почему? За что? Что это такое? Что это вот? Что вот это такое? Объясните, пожалуйста, что это? Ладно, это может быть приемлемо. Вот это что? Звучат они вместе хорошо, но это... Нет, нет того факта, что они пипец какие жуткие. Это, я не знаю, он пытается каждым разом все больше и больше себя переплюнуть. Если в Огуре был самый страшный там чел с располосованным лицом, у которого лицо разрезано, то тут вообще какой-то кобздец происходит, блин. Все, это фараон 100% какой-то. Мать вашу было! Что это? Реально, эти звуки просто будут вызывать у меня кошмары, ё-моё! Предупреждали бы хоть... Блин. Ну, давайте послушаем все эффекты вместе, но мне уже что-то как-то не хочется. Я знаю, они хорошо звучат, но, блин, сейчас эти все ужасные, уродливые твари будут вместе стоять и пялиться в мою душу. Извиняюсь, конечно, дизайн у них классный, но они ужасные просто. Фуф, хотя бы бас не такой страшный, ну и баночка. Тыщ-тыщ, тум-тум-тум, тыщ-ты-тыщ-тыщ, пум-пум-пум, тыщ-ты-тыщ-тыщ, пум-пум-пум, тыщ-ты-тыщ-тыщ. Тыщ-ты-тыщ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 -
пум-пум-пум, тыщ, ты 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 тыщ, пум-пум-пум, ты 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 тыщ.
Капец, это капец. Ладно, что это у нас? О, просто шаман, монах, который тынь-тынь делает. Не так страшно по сравнению с другими, но он жуткий. Он жуткий. Ладно. А, это его зрачки были все это время. Бля, вот теперь он мне не кажется прикольным. Он жуткий теперь. Он просто смотрит этими огромными зрачками, и вы... Это эхо, оно прям таким звоном в моих ушах отдалось. И самое главное, у него глаза, блин, как у Абанги. Я по-любому буду монтировать это видео, я вставлю вам, если вы не знаете, кто такой Абунга. Абанга — это типа Обама, у которого лицо сплющено, у него огромные глаза. Вот примерно, скорее всего, он им вдохновлялся. А, не, он не им вдохновлялся, только сейчас понял. Это маска совы. Вот если смотреть только в рамках совы, то это очень мило. Вот посмотрите, такая совушка маленькая. Но так, если смотреть это как будто просто лицо, то оно очень жуткое. Его захилили, он хилится. Не знаю, это мумия просто. Как это можно назвать? Это просто мумия в тряпках и все. Капец. Так, теперь что это? НЛО? А, вот это... Что с тобой? Ужас. Теперь она не кажется такой доброй, она какая-то злая теперь. Как будто бы. Фу. О, вот это... Он пафосный, у него еще такие, как сказать, как будто из темы Дио из Джорджа, прям на заднем плане. Вот эти, обожаю, вот это вот прекрасный звук. Это все, это безоговорочно мой любимый, если только среди... Пятая мелодия и голоса не будут круче. Так, пятая мелодия. Ну тут, не знаю, храм, это что? Как... Ну это, скорее всего, будет у него маска. А, нет, это корона. Это Дуделкин какой-то. Блин, он мне очень Ильича из Little Big напоминает почему-то. Наверное, из-за его губы, из-за его губ. Ну ладно, ладно, ладно. В принципе, неплохо. И дальше стрелочка вниз. Не, я его видел. Я его видел, но я этого не ожидал. Я думал, почему тут просто пусто на месте персонажа? Думаю, может баг, а потом... Я не понимаю ни слова. Чувак, говори погромче. Блин, он что-то про мою душу говорит, но я все равно нифига не понял. Так, теперь тут два глаза. Я думал, у него будет два сросшихся глаза, но все нормально, это просто брошь. Типа, с ним все нормально. О, так ладно, это было ненормально. Что у него с ртом? Почему он такой широкий? Вот, сейчас смотрите, под конец. Короче, блин, я забыл, что когда ты на них нажимаешь, у них включается анимация. Но я уверен, вы видели, у него широкий рот. Дальше тут шестеренка какая-то. А это солнце. Почему он выглядит так, как будто он под кайфом, блин? Я тоже могу так петь. Мне не нравится голос. Так, дальше тут какая-то опасность. Сейчас, наверное, будет скример. Я плачу. Что это? Что это такое? Ужас, блин. Все, короче, закройте глаза, просто слушайте. А мне придется и смотреть, и слушать. Капец. И тут под конец корона, наверное, какой-то царь. Капец, он долбанутый. Посмотрите на его глаза, они уже показывают, что с ним что-то... О, боже. Что с ним что-то не так.
Не смотри на меня, пожалуйста. Вот давайте просто возьмем самые ужасные дизайны. Вот этот, 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 этот. Так, это нормальный. Более-менее. Вот теперь спите ночью. Спокойно попробуйте поспать ночью после вот этого. Не-а. Я не буду сегодня ночью спать. Вот это... Хорошо, что сейчас выходные, можно хотя бы... Поздно лечь. Вот эти вот прям грозные, мне нравятся, они прикольные. Звучит пафосно, звучит круто. Ну, в принципе, качает. Такое ощущение, что чего-то не хватает, но нормально, нормально. Типа, пойдет, да. Теперь мы узнаем, как же попал наш чувачок из Огури сюда. Так, вот робот, которого он взорвал, сломал, я не знаю, что он с ним делал. Он летит, летит. Еще снег и дождь одновременно идет. Он летит. А, и как раз вот этот царь, я не знаю, принц, может, принцесса, я не знаю, кто это, честно, гермафродит какой-то, не женщина, не мужчина. Но он видит. Короче, будем говорить, думать, что это она. Она видит то, что он падает и летит туда и спасает. А, не, она спасла робота, не вот этого чувака, а робота. Она какой-то матрас создала под ним, и он выжил, наверное, я не знаю. Теперь она смотрит на какую-то... А, вот, а как раз. Там на папирусе было написано, что они разыскиваются. И тот, и другой. Она его уводит, зачем, наверное, чтобы не умер. Открываются двери, он выходит и понимает, что, блин... Он-то не умер, он уходит. Что за фигня? В смысле? И он, скорее всего, его начнет преследовать. О-хо-хо. Ну нифига себе. Ну нифига себе. Чего? Чего? Короче, теперь я понял, зачем он это в этом времени. Извините, если вы хотели послушать музыку, просто она меня сбивает с мыслей. А вот этот чувак... Сейчас давайте наглядно покажу прям. Вот этот вот чувак. Ну, она, в общем. Это не она. Она не должна такая быть. Это вот на ней злая корона, и из-за этого она стала злая. Вот там была версия Two Faces, и вот в ней нормально она в очках такая, да? И тут она, бах, и надела корону, и что-то с ума сошла. Этот чувак сразу пошел разбираться, типа, что за фигня, в смысле. Но оказывается, что те злодеи с этой части и с этой части, они сотрудничают. Они вот по гарнитуре общаются, вот тут вот этот вот чувак солнечный, он оказывается в одной команде с тем чуваком с микрофоном. И вот, в общем, по сути... Вот эти они все, вот эти они все против вот этого нашего любимого челика. Ну, в общем, объяснил, как смог. Да. Кстати, сейчас я вынужден с вами попрощаться, потому что сейчас я сделаю микс, но чтобы сделать микс, чтобы я его не перебивал, я его сделаю без микрофона моего, но вы будете прекрасно слышать звук. Так что всем спасибо за просмотр. Если вы хотите послушать микс, оставайтесь до конца. Если не хотите, если вам понравился мой обзор, можете поставить лайк, оставить комментарий, типа, что вам не понравилось, что вам понравилось. Если вы не подписаны, можете подписаться, чтобы иногда видеть такие видео, потому что я их не часто выкладываю. В общем, всем спасибо за просмотр и всем пока.